Эти бедолаги решили доверить свои накопления банку. Только попадись мне этот банкир, я его... Это не я, это все директор банка. Можешь попрощаться со своими колокольчиками. Зачем было его убивать? Я ж не знал, что он прыгает как-то русское шесто. Только не убивайте, я помогу вам. Вот план. Врываемся в банк по обморозу и всех мочим. Да ты гений. Эйнштейн по сравнению с тобой просто дебил. От режиссера блокбастеров «Трое» и «Идеальный шторм». Ровно в 11:00, когда охранник, который знает код, пойдет в туалет, Крис разыграет в холле спектакль. Долой проклятые банки! А я пробираюсь в сортир, где хранитель кода откладывает свои накопления. Говори, код. Я жду сигнала от Макса и запрыгиваю в машину. А дальше все идет как по нотам. 4-5-3-7-7. А какая последняя? Блин! Мы выбегаем через этот выход. Где буду ждать вас я? Ну и где он? И мы даем дёру. Заглохло! Долбанный Фольксваген! Вылезайте и толкайте! Тиль Швайгер в комедии «Четверо против банка». Хорошо горит. Ладно, парни. У кого сумки, а?